Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре мушка от американского производителя PFG. Поставляется в zip-пакетике в одном экземпляре и бывает двух размеров. В данном случае более крупный на 12-м крючке. Также вы можете выбрать более мелкий вариант данной модельки. И в принципе на пакетике есть информация с названием. Называется она Red Tag, что в переводе означает красная метка, и сразу видно, от чего дано ей такое название. Очень яркий красный хвостик имеет она в своем оснащении, который будет являться для различных рыбешек, как такая точка атаки, очень будет хорошо видно с больших расстояний. Эта мушка, она сухая, она плавающая, способна ловить большинство рыб, которые обитают в различных водоемах. Можно использовать для ловли различных пород лососевых рыб, для ловли белого хищника, такого как жерех и голавль. И большинство мирных рыбешек тоже не упустит возможность съесть данную мушку, которая будет плавать на поверхности. Они привыкли питаться подобными насекомыми, которые падают в воду, и думаю, данная мушка не должна ввести их в заблуждение. Выглядит очень живо, очень правдоподобно сделано. Имеет оперение в таком коричневом цвете из натурального меха. Тело приманки выполнено в черном стиле с вкраплением зеленого люрекса. Люрекс будет создавать дополнительные блики, что в принципе будет напоминать тело насекомого. Ну и в принципе являться таким дополнительным привлечением. Блестит довольно-таки неплохо, хотя я не уверен, что на камеру это передается. Ну и данный хвостик, который в принципе и дал название этой мушке, выполнен в красном стиле из очень яркого материала. В принципе, действительно такая объемная мушка, которая напоминает какое-то насекомое, поденку или какой-то другой вид. Я думаю, что именно данная моделька отлично подойдет действительно для любой рыбы. Давайте посмотрим, как она себя ведет в воде во время падение, мушка будет находиться на поверхности. Естественно, если долго макать или после поклевки, она наберет в себе воду и может идти ко дну, как в данном случае и произошло. Поэтому лучше данные мушки обрабатывать специальным средством для того, чтобы они не так быстро напивались воды и дольше времени не находились на поверхности. Потому что именно с поверхности частенько рыба и привыкла питаться подобными насекомыми. Очень качественная приманка, качественно связана и использован одинарник с большой бородкой, острый, который отлично будет и просекать, и удерживать рыбу. Мушка от производителя PFG Red Tag. Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!